Привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, Горин Илья, и это мой очередной игродень. Сегодня смотрим на приключенческую 3D-аркаду Great Balls Adventure. Поехали! Здесь мы играем вот за такой магический шар. В игре нас встречает красочный и немного сказочный трехмерный мир. Для прохождения уровня необходимо пройти все препятствия и доставить шарик до отмеченной точки. Кстати, об уровнях: здесь 16 довольно красивых локаций с огромным количеством пропастей и разных препятствий. Наш круглый герой умеет катиться, а также прыгать. Для передвижения используем виртуальный стик слева, ну а для прыжка просто тапаем по экрану. Казалось бы, все довольно просто, но из-за того, что блоки частенько располагаются под углом, а также повсюду пропасти, пройти некоторые уровни удается далеко не с первого раза. И, кстати, даже не со второго. Здесь придется подключать как реакцию, так и ловкость пальцев, чтобы вывернуть в нужную траекторию или подпрыгнуть на правильную дистанцию. В игре радует графика, все выглядит очень красиво и динамично. Также порадовало управление, оно вроде бы и легкое, но в то же время все равно заставляет не зевать, иначе игра будет закончена. В общем, на мой взгляд, получилась довольно милая аркада, с которой мы точно не будем скучать. Ссылка будет по традиции в описании под этим видео. Кстати, игрушка доступна абсолютно бесплатно. Ну а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте Toys Android. А для вас работал Горин Илья, и это мой очередной игродень. До скорой встречи всем. Пока.